Раненые бойцами ВСУ Любови Стехиной сделали операцию в больнице имени Мечникова в Днепре. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. В интервью журналистам женщина рассказала, как все произошло. В ее квартиру в Попасной ворвались два человека в военной форме и открыли огонь. В результате пуля срикошетила от стены и ранила ее. Что касается действий украинских военных, то армейцы, по словам Стехиной, всегда оказывали помощь и были доброжелательны. А нынешний случай она считает досадным недоразумением.